фильм Габриэля Польски. Русские уже здесь. С самого детства отбирали лучших из лучших из лучших. У американцев другое представление об этой игре. Уровень мастерства этой команды поражал. Они возвели хоккей в ранг искусства. Невозможно предугадать их следующий шаг. Эти игроки войдут в историю как величайшая пятерка всех времен. КГБшники всегда были рядом. Игра была для них не просто игрой, она становилась пропагандой. Это ясно показывало, что мы лучшие благодаря советской системе. Летом мы тренировались 4 раза в день. 4 раза. Зачем мы так мучаемся? Зачем играть за человека, который не уважает нас как людей? Спорт был чем-то вроде войны. Смотрите неизвестную историю лучшей мировой команды. Я им не рад. Игроки им тоже не рады. А вы еще пожалеете, что они здесь. Советская симфония звучит все слаженней. Я не жалуюсь, они здорово играют. Как мы ответим на вызов коммунистов, зависит от вас. Красная армия. А если бы вам предложили $1 миллион наличными, согласились бы играть в НХЛ? Фильм Гейба Польски. Красная армия.